Долгожданный день футбольного межсезонья. Финал ИТЕРА Кубка Чемпионов Содружества. И в финале чемпион России Московский Спартак и чемпион Украины Киевская Динамо. Итак, Москва, спорткомплекс Олимпийский, 10-й Кубок Чемпионов Содружества. ИТЕРА Кубок Чемпионов Содружества. Финал. Спартак Москва, Динамо Киев. Команды приветствуют друг друга. В красно-белой форме московские спартаковцы, бело-синие киевские динамовцы. Спартак 8 раз принимал участие в этом турнире и выиграл 6 раз. Евреяне бились за Кубок Содружества 6 раз, и у них на их счету 3 победы в финале. Должен сказать, что киевляне в Олимпийском после двухлетнего перерыва. И не спешите меня поправлять, я не ошибся. Да, киевская Динамо участвовала в турнире в прошлом и в позапрошлом году, но это было не то киевская Динамо. Киевляне привозили дубль, и все было совершенно по-другому. Сегодня на этом турнире все всерьез. Но, внимание, мяч на центре поля. Начинают спартаковцы. Данишевский и Песчастных начали центр поля, разыграли вот эту комбинацию. И сразу о составах команд. Хозяева поля представляем по-европейски, начиная с хозяев, футболисты московского «Спартака». В воротах Максим Левицкий. А вот уже рвется к этим самым воротам третий номер Лаки и Дахор, нигерийский нападающий киевскую «Динамо», который здесь уже навел шороху. И далее по номерам. Лаки и Дахор, номер третий, четвертый Александр Головко, капитан команды, пятый Владислав Ващук, восьмой Валентин Белькевич, одиннадцатый Ласло Боднар. Чувствует себя уверен. А вы выходили на этот газон, Дмитрий? На этом газоне не играл. Такой новый вообще для Москвы, хотя вот «Локомотив» имеет на своей базе похожий газон. И ЦСКА. На песчанке положил. Да-да-да. Такой же. Вот Баранов вернулся в защиту, разрядил обстановку, выбил. А это Ласло Боднар подхватил, идет вперед. Вот еще человек достойный внимания, венгерский защитник. Хорошее приобретение. Да, он играет по правому флангу, по всей кромке поля. Но Цехмейструк, который себя очень неплохо уже отрекомендовал на этом турнире голевыми передачами, хорошими ударами. И вот гол! Эдуард Цехмейструк, конечно же, мы вспоминаем решающий гол его в прошлом, на прошлом турнире. ИТЕРА Кубок Чемпионов Содружества тоже был дальний удар, кстати, в чем-то похожий момент. Тогда это был решающий гол. Будет ли сегодня это решающим мячом, не знаю, но так или иначе, великолепным ударом Цехмейструк открыл счет. Давайте посмотрим, и не было ли здесь ошибки киевских защитников. Так, они, в общем, дали пробить. Я думаю, что Цехмейструк уже приучил болельщиков. Подходит, очень приятно. Баранов не в первый раз на этом турнире, мы уже даже отмечали в нашей программе на футболе такой разбег на рубль, удар на копейку, что-то не бывает проблемы. Да, мы как раз показывали, Романцев очень живо на это реагирует. Ну вот и Дахор, посмотрим, что он сделает. Против него Парфенов без нарушения правил сыграл. Алабердиев из Туркмении и Евгений Волнин из России. И удар, гол, вот и видите. Вот чем все закончилось. Уж не Хацкевич ли забил, сейчас посмотрим. Да, похоже, да, Александр Хацкевич. Вот мы отметили, что это был, может быть, сюрприз для московского «Спартака». Не ожидали мы все, что Хацкевич своей травмой появится на поле. Проход и Дахора завершился, если не штрафным, то угловым. И вот смотрим, опять же, с точки зрения игры защитников. Ему противостоял Егор Титов в этой ситуации. Но Егор Титов... Выиграл позицию, Егор просто голову успел поставить перед него. Вратарю очень тяжело было среагировать. Вратарю далеко было выходить, конечно. Здесь должны бороться игроки полевые. Мяч низко летел, но не высокой. Вот, честно говоря, такого ждали от Идахора. Смотрите, из глубины подключившись Хацкевич. И 1-1. Ничего себе начало. Место в стартовом составе по турниру, потому что Идахор хорошо играет. Также Тиберио Гиоанне и Горан Гавранчич. Два легионера, румын и югослав. Вот это запас из Динамо. И вот действительно акцент атаки перемещается на правый фланг. Пеев подает. Ох, вы знаете, как промахнулся стрельцом. Я еще раз хочу сказать, пробиться. Надо использовать фланги больше, тогда фланговые игроки будут участвовать в атаке. Опять же слева фланг. Вот это, пожалуй, первый момент у Идахора, но ему Хебе помешал. И не приехал в Москву. Подающий к нам из сборной Украины. Белькевич. Вот смотрите, что делается. Все тот же наш маленький герой. Дмитрий Парфенов перехватил передачу, опаснейшую передачу. Номер. Но атака продолжается. Ух, какой удар. Посмотрите, как дали пробить.
Бащук подключился в атаку. И Дакор просто терзал оборону. Да, со слабым соперником. Это Спартак. Да, да, вот. Вот. Во-первых, дорогие друзья, это во всей красе Егор Титов. И посмотрите, какую передачу он сделал Данишевскому. Ну и Данишевский выполнил то, что он должен был выполнить в этой ситуации. Он блестяще открылся, Данишевский, но уже забивать должен был в такой позиции. Титов, браво, Егор. Можешь и дальше не забивать, если ты делаешь такие передачи. 2-1 наши впереди. Вот, входит в штрафную Егор. И смотри, какая подрезочка. Все видел, все на видел. Ходу. На ходу человек ворвался в штрафную и все видел, да, и забил все гол. Все видел. Кивляне пытаются сразу же ответить. 2-2 было в матче ветеранов. Схацкевич здесь у нас забил почти через 3 минуты после мяча с их миструка. И вот пытаются кивляне повторить ситуацию начала первого тайма. Сейчас очень психологически будет тяжело киевлянам, потому что мяч забит был на последней минуте первого тайма. Да, мы видим, что уже даже добавленное время сейчас идет. Ох, какой момент! Гол! Вот так вот. Вот так вот. Это футбол. Снова головой. Правда, теперь подача с другого фланга. И уже в добавленное время вот такой гол киевского динамовца. Посмотрим, если я не ошибаюсь. Да, кто еще раз подача. Да, это Пеев. Интересная рокировка произошла. Пеев, по идее, должен был подавать с того фланга. Но уступил свое место партнеру. Пошел навес. Претензии к Левицкому есть. Обсудим в начале второго тайма, Дмитрий. Первый тайм 2-2. Потрясающий футбол. Опять отыгрались киевляне. Он зафиксировал нарушение правил со стороны Головко, который прибежал тут ближе к штрафной Спартака и фалил против Кебе. И снова атака киевлян. Киевляне начали очень решительно. Второй тайм. Вот вперед идет Хацкевич, оставляет Белькевичу. Пара белорусских полузащитников. И удар! Удар в дальний угол. Очень опасный удар. Виталий Косовский. Ситуация была очень хорошая, и мы отметим пас Баранова. Ох, какой удар издали! Посмотрите, Дмитрий Сычев бил. Полузащитник киевлян. Такой достаточно жесткий, злой игрок. Хорошо может сыграть и в атаке, и в отборе. И вот сейчас ему дают какие-то указания. Сейчас два тренера. Ну, место Лобановского сейчас занимает Демьяненко и Алексей Михаличенко рядом с ним. А Михаличенко, по-моему, в основном принимает телефонограммы от Лобановского по телефону из гостиницы. Прямо из постели. Не было добавочного времени. В случае ничьи в стыковых матчах команды сразу били пенальти. Уж я рано об этом завел разговор. Вот и вот. Может быть, рановато. Разобрали, да. Поборолся и Дакор. Пассивно как-то действовали защитники. И Белькевич. Как радуется на скамейке. Да, радуется на скамейке киевлян, так как будто это матч Лиги Чемпионов. И радуется киевский. Вот фан-сектор, болельщики московских киевского «Динамо». А это белорусский легионер Валентин Белькевич. Счет становится 3-2. Мы сейчас посмотрим повтор. Я все-таки скажу, что в случае ничейного результата будут назначены два тайма по 10 минут до первого забитого гола. Белькевич вот так свой день рождения отметил. Сегодня ему 29 лет исполняется. Данишевский. Ну вот теперь время быстрого ответа для у Спартака. Киевляне два раза очень быстро ответили. Спартак потерял мяч. Хацкевич. Белькевич. Направо Боднару. Спокойно киевляне контролируют мяч, спартаковцы не атакуют. Смотрите, вот подключился Кардаш. И пас налево. Защитник несмачный. Подача. И вот так вот. И Дакор забил таки свой мяч, забил Спартаку. Кому-то что-то доказал, если он хотел доказать. Так вот, белорус Белькевич и нигериец Дакор забили два мяча Спартаку во втором тайме. И 4-2. Киевская «Динамо» впереди. Смотрим еще раз. Несмачный подключился. Прострел.
Вы знаете, ну там же, по-моему, Боднар хорошо сыграл. Вот обратите внимание, сейчас будет повтор. Кто-то. Нет, только не Боднар. Вы знаете, даже если в этой ситуации Гиоане, вышедший на замену, если он даже мяч не задел, он смутил и вратаря, да, и защитников, да? Вот таким движением. Он не задел, он промахнулся. Очень удивительно. Два игрока киевского «Динамо». Да, да. В штрафной и... Смотрите, здесь да. Опять Спартак. То есть Гиоане еще и сам мог забивать, да? Да, да. По большому счету-то. Смотри. Да. И все. И кофт он здесь не держал, и Дакора. Все ясно. Все ясно. Понадеялись друг на друга, называется. Да. Но посмотрим. Спартак пытается быстро ответить. Гол! Такой блестящий гол Сычева. Да. Но время, я думаю, да, хватит, чтобы отыграть. Хотите сказать, ложка меда в бочке дегтя получается. Да. Потрясающе. Сладкий мед. Великолепный гол. Но если бы это как-то повлияло на исход матча. Но смотрим. Раиса Панина, пожалуйста, хронометраж нам. Я обращаюсь к нашему режиссеру трансляции. Вот. Так, 5 минут, меньше 5 минут. Ну, блестяще сыграл Сычев. Ну, давай, Спартак, вперед. Смотрите, ложные какие-то замахи, движения и удар. Выиграет какой-нибудь верховой мяч или скинет. Тебе навешивает. Ну и снова, вот третий такой навес. И Бесчастных уже сейчас что-то кричит в адрес Кебе. Но, может, ближе к... Мяч. Ним о чем-то говорит Рева недоволен. Боднар ему показывает. Боднар, выучивший русский язык, его уже оштрафовал Лобановский за то, что за незнание русского языка, там есть такой пункт у них в контракте. Совершенно ясно, Рева показывал, что можно было более спокойно сыграть головой, Левицкий сыграть пришел в руки. Левицкий пришел. Добил бы Левицкий сейчас. Ах, Рева прыгает, мяч летит. Вот в пустые ворота, но не в пустые ворота, в покинутые вратарем ворота, но там был Гусин. Баранов, ой, Баранов как ошибается. Едва Гавранчич не успел. Это что-то из... Да. И тут финальный свисток белорусского арбитра. Финальный свисток. Мы видим 3:16. Добавили вроде бы 4 минуты. Немножко поспешил арбитр, но это решает только ему. Так или иначе, в упорнейшей борьбе, в интереснейшем матче московский «Спартак», увы, проиграл Кубок Содружества киевскому «Динамо». Но что делать? Игра была достойной финала, достойной обоих соперников. Поздравляем, конечно же, киевских «Динамовцев». Они, наконец-то, приехали на турнир сильной командой. Поздравляем московский «Спартак» с очень хорошими новичками. Может быть, они еще не привыкли к борьбе на таком уровне. Но один гол Сычева, чего стоит, я думаю... Это бальзам на душу Олега Романцева, Вячеслава Грозного. Но не всегда выигрывать. Есть уже одна победа в этом сезоне у «Спартака» на Кубке Анталии. К сожалению, Кубок Содружества уезжает в Киев. Но я думаю, что главный итог вот этого самого Кубка Содружества и Терра-Кубка чемпионов Содружества, что турнир доказал. Он нужен, в очередной раз доказал, в десятый раз доказал. И он нужен нам, конечно же, и на будущий год. Присутствует Йозеф Блаттер, президент ФИФА, и он будет вручать приз киевским «Динамовцам». И вот я думаю, что поэтому это не просто слухи, что турнир как-то хотят немножко расширить, может быть, привлечь какие-то команды из Восточной Европы, а может быть, из Западной Европы, придать ему особый статус. Но это все впереди, это нужно решать. Пока что рамки турнира ограничены командами, сборными, чемпионами бывших республик Советского Союза, плюс юношеская сборная России. Но вот, возможно, и другое, более развернутое, скажем так, будущее у этого Кубка Содружества. Фотографируются на память киевские «Динамовцы». Вы видите среди них Александр Филимонов. Но трибуны довольны. Руки немножко. Потому что там у «Спартака» будет Кубок Анталии, соответственно, отодвинется слегка по сравнению с этим годом. Еще один приз. Это награждается Валентин Белькевич. Мы сидим за плотными стеклами комментаторской кабины. И, честно говоря, нам сложно точно говорить. Я могу лишь предположить, что как самый полезный игрок получает или лучший полузащитник турнира. Вот. Ну и по той же, следуя той же логике, лучший защитник турнира, капитан киевлян Александр Головко. Вообще лучше было бы здесь сидеть, я не знаю, мы с Дмитрием обменялись мнениями, сидеть бы на трибуне, чтобы как-то, когда 35 тысяч болельщиков, хочется ощущать их присутствие. А сейчас мы слышим где-то вдали, там вдали.
Вот. Но, вы знаете, Головко, он был, наверное, одним из лучших защитников, а в данном случае он получает вот то, что оставили на закуску. Это главный приз турнира Кубок Содружества. И удивительно, вот Дима, наверное, вам напоминает вот этот старый кубок Советского Союза, вот эта фигурка футболиста сверху, собственно, Итера так и делала в приз расчете на...